Более 200 медицинских специалистов из семьи едут с дипломом в сельскую местность. В этом году районные больницы пополнятся врачами-терапевтами, акушер-гинекологами, хирургами, стоматологами и другими узкими специалистами. Асим Утешева расскажет, как молодых врачей привлекают работать в село. Выпускница медицинского университета Семея Балауса Жуматаева специализируется на эндокринологии. Окончив 2 года резидентуры, она решила работать в Бородульхинском районе, расположенном в 40 километрах от города Семей. За последние 10 лет по программе с дипломом в село нам предоставляется, молодым специалистам предоставляется возможность приобрести большой опыт, а также оснащение молодых специалистов жильем и подъемными. Надеюсь набраться большого опыта и внести свой вклад в наше здравоохранение. По словам молодых специалистов, какие условия и выплаты им предоставят, они пока не знают, но готовы ко всему. С одной стороны, их обязывает контракт, а с другой, они считают своим врачебным долгом быть на страже здоровья своих земляков. Поднимать медицину на селе вызвался и Арман Есипхан. Он 7 лет учился на хирурга. В деревне мы учимся самостоятельности, идет нехватка кадров. Для врача самое главное – это опыт. Опыт, который я получу в селе, поможет мне в будущем стать высококвалифицированным врачом. В дальнейшем я планирую работать в научно-исследовательском центре. В этом году Семейский медицинский университет выпускает 743 специалиста, 557 из которых интерны и 186 резиденты. С дипломом в село направлены более 250 медработников. Это врачи-терапевты, психологи, акушер-гинекологи, хирурги, стоматологи и другие. Это очень важно для нас. Это политика государства, так как дефицит. В этом году необходимо закрыть дефицит именно в районных и сельских местностях. Основная масса поедет по Восточно-Казахстанской области и Павлодарской области. Медицинский университет уже 7-й десяток лет является кузницей медицинских кадров для всей республики. Здесь стараются внедрить инновационные технологии обучения и расширять базу научных исследований профессорско-преподавательского состава. Асем Утешева, Медет Умерханов, Семей, Хабар, 24.